Во-первых, поздравляем вас с победой. Уже успели понять, что стали чемпионкой России? Спасибо. Да, успела. Уже прошли вчерашние эмоции. Уже настраиваемся к новым соревнованиям командным. Давайте тогда по горячим следам. Чем запомнился вчерашний день? Какие-то бои, может быть, особенные? Запомнился бой за вход в 2. Двойку с девочкой из Новосибирска, Яной Овенцевой. Очень тяжело я проигрывала, потом получилось выиграть. Очень рада этому была. Ну, естественно, финал, потому что я первый раз выиграла чемпионат России. Очень рада этому. По поводу боя за вход в 2, как действовали, какую тактику избирали? Потому что, да, очень тяжело далась вам эта победа. Ну, сначала в первой половине боя были ошибки, а потом с тренером поговорили, он мне подсказал правильную тактику, и получилось выиграть. На какой бой потратила больше всего сил? Наверное, на бой за вход 2. С Галиакбаровой не первый раз уже фехтовали. Как советовал действовать тренер, какие приемы применял? Ну, мы всегда фехтуем очень много между собой. И какой-то момент один лучше чувствует, какой-то момент другой. И поэтому, как сказать, мы уже друг друга знаем настолько, что подсказки даже не так нужны уже. Ты уже на чувстве работаешь. Очень принципиальным был этот бой с Диной, потому что все-таки вы сейчас боретесь за поездку на Олимпиаду. Если честно, я вот об этом не думала. Я выходила со свободной абсолютно головой, потому что я была безумно счастлива, то, что я выиграла предыдущий бой. И об этом я даже не думала. Второе место ты заняла на соревнованиях в Бостоне, на мировых. Сравни фехтование, наверное, на мировом уровне. И здесь сильно ли отличается? Ну, если вы посмотрите рейтинг российских спортсменов, то все достаточно высоко, и поэтому мы фехтуем с сильными очень соперниками, и поэтому я не могу сказать, что сильно отличается. Естественно, есть девочки помоложе, есть там послабее, но общий уровень российской команды очень высокий. У вас достаточно сильная команда. С кем бы хотелось встретиться сегодня на дорожке, возможно, в финале? Как будет? То есть мы не загадываем. Надо фехтовать каждый бой. И хочется, естественно, хочется попасть в финал. А что будет соперниками?